Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня дегустация сыра Стилтон. Планировали процесс вызревания 3 месяца, но все-таки решили на 2 месяцах остановиться. Мне кажется, что он уже готов. Стилтон. Сыр с благородной голубой плесенью. Ну что, давайте будем резать. Для тех, кто не видел, как мы готовили этот сыр, ссылку на рецепт его приготовления размещу в описании видео. Также хочу напомнить, друзья, готовили мы его из набора, предоставленного нам интернет-магазином sirok.com.ua. Ссылку на набор найдете в описании. Также хочу сказать, что теперь в интернет-магазине sirok.com.ua для зрителей канала доступна скидка по промокоду. Промокод тоже размещу в описании видео. Ну вот, мы получили такой вот Стилтон. Давайте, друзья, сейчас разрез, крупный план. Кусочек отрежу. И будем пробовать. Вот такой вот сырочек получился. Вот такая вот у него прекрасная корочка, посмотрите. И как бы как положено, голубая благородная плесень попрорастала, хорошо себя там чувствует. Ну, давайте, друзья, давайте будем пробовать. Естественно, натуральную корочку срезаем. Она несъедобная. Но чистить его не надо. То есть, когда он будет храниться, он пусть хранится в этой корочке. Кстати, по поводу хранения. Сыр можно, если вы его планируете съесть в течение месяца, просто завернуть в пергаментную бумагу. Если вы хотите, чтобы какая-то часть головки прохранилась у вас дольше, завакуумируйте его, и 2-3 месяца он спокойно будет храниться в холодильнике. Итак, ну, по запаху. Это просто сыры с голубой плесенью. Причем, пока я сам не начал готовить сыры с голубой плесенью, я их особо не любил. Все-таки сыры, которые приготовлены дома, в домашних условиях, они настолько вкуснее того суррогата, я так скажу, который продается в магазине, реально значительно вкуснее. О! Остренький, пряный. Слушайте, он отличается, я вам скажу, что он сильно отличается, вот за счет рецепта приготовления, он сильно отличается от своих собратьев. И от горгонзолы, и от дорблю, и от рокфора. Он совершенно другой. Вот эта вот структура немножко, ну вот как сказать, маслянистая такая, сливочная. Слушайте, сыр бомба просто. В первую очередь из него приготовим пиццу. Вы не пробовали? Прошу прощения. Не пробовали пиццу из сыра с голубой плесенью? Поверьте, это настолько вкусно. А еще классное сочетание вот для пиццы сыр с голубой плесенью и в качестве соуса мед. Это вообще фантастика. Наверное, мы даже приготовим для вас, ну, сделаем рецепт пиццы с голубым сыром. Покажем, как это делается. Ну что, друзья, получился у нас фантастический Стилтон. Просто, ну, конечно, я вам не передам, это надо попробовать. Просто вот надо разрезать, самому приготовить эту головку, самому ее разрезать. И это просто фантастика. Он настолько, ну, кстати, очень вкусный сыр, действительно. Он, вот у него немножко такая, он сильно пикантный. У него очень такой яркий вкус. Но, допустим, у дорблю вкус более бледный. Сейчас, мне кажется, ну нету горгонзолы, не с чем сравнить. Но вот мне кажется, что у этого самый яркий вкус из всех сыров, которые мы готовили. Все-таки особенности приготовления, особенности рецепта дают о себе знать. В общем, рецепт годный, можете по нему готовить. Ссылка на видео по приготовлению этого сыра в описании. Промокод на то, чтобы получить скидку в интернет-магазине sirok.com.ua тоже в описании. Ну и, соответственно, ссылка на набор приготовления. Для жителей СНГ, бывшего Советского Союза и других стран. В основном видео вы найдете четкое количество ингредиентов и какие нужны ингредиенты, сколько плесени, сколько закваски, какая закваска для приготовления этого сыра.
Ну вот, собственно говоря, друзья, все. Готовим для вас новые сырочки. Сейчас будет несколько очень интересных видео в ближайшие несколько месяцев. У меня тут такие планы, я вас немножко поинтригую. С камамбером будет очень интересный эксперимент. Ну, в общем, оставайтесь с нами, а мы для вас готовим новые сыры. Ну и, конечно, колбасы, алкоголь. Спасибо за внимание, всего доброго, пока.